Дорогие преданные, примите мои почтительные поклоны. Очень рад быть с вами вместе, когда мы провожаем старый год. Прежде всего, что хотел выразить, это свое глубокое чувство удовлетворенности нашим русским иском в этом 2019 году. Я без всяких сентиментов хочу сказать, что действительно вижу, что наше движение растет, духовно крепнет, однозначно налицо повышение духовной зрелости. Вайшнав, лекции потоком лекций Вайшнав заполнили интернет, и все демонстрируют глубокую компетенцию, знание шастры, умение применять на практике, я бы даже сказал, мудрость. Определенно не по годам. И это очень-очень вдохновляет, что наше движение, оно увеличивает свое духовное могущество. Однозначно. Спасибо всем за это. Соответственно, вызовы, то есть те трудности, которые мы переживаем, соответствуют вот этому духовному могуществу. Мы видим, что даже какие-то трудности, проблемы в сотрудничестве требуют для своего разрешения более глубокой преданности Шри Прабхупаде, большей искренности, большей компетенции в знании шастры, гьяны, вияны. И это тоже радует. Это значит, эти вызовы обязательно сделают нас еще сильнее, еще более духовно могущественнее. И опять-таки всем спасибо за тех, кто так или иначе создает эти трудности. И, конечно же, в следующем году хочется всем пожелать, чтобы наша преданность, наша серьезность, наша духовная зрелость в этом движении только увеличилась, усилилась, чтобы мы стали еще дружнее, приблизились к этому стандарту Парамахамсы, который нас ожидает Шрила Прабхупада. Это его наставление, это не амбиция. Чтобы мы еще ближе стали к этому высшему разуму, это позволит нам больше сотрудничать, больше принести пользу как вайшнавам внутри нашего общества, так и всему человечеству. Мои поздравления всем вайшнавам, мои самые почтительные поклоны и любовное признание всем нашим преданным. Всех я вас очень люблю. Хочу выразить свое искреннее желание, чтобы все вы были счастливы в сознании Кришны. Ну и прежде всего, как минимум, в следующем 2020 году. С Новым годом! Гоуранга! Хари Кришна!